Салют друзьям. Дело было так. Мне позвонил Костя Хабенский и предложил сыграть Багиру в спектакле «Маугли», который уже был на площадках нашей страны. И, насколько я понимаю, это очень важное и нужное дело. Не скрою, что для меня это совершенно новый жанр. Но я решила рискнуть, и мы в скором времени приступим к репетициям. Поэтому ждите лета, и в конце концов, почему не вспомнить Киплинга и не понять, что все мы живем отчасти в джунглях.